Всем привет! Ну вот немного предыстории. Я рисовала на бумаге Баохонг. Это бумага хлопок 300 грамм. Но это вот та самая последняя новая бумага, которой многие не очень довольны. Это евроразмер 56 на 76. Вот. Скажу еще раз, что мне очень нравится их традиционная старая бумага, их размера 54 на 78, просто шикарная бумага, шикарный хлопок. Но вот это как бы полна сюрпризов. Мало того, что она похожа на ватман по использованию, да, здесь сложно что-то такое красивое изобразить. Ну, не знаю, может быть, это я такая безрукая или просто дело привычки. Вот, ну, как это... Полон сюрпризов этот Баохонг всегда. Вот. Ну вот, да, я вот нарисовала работу, она мне не понравилась, и я ее, как обычно, нещадно разрезала. Да, думаю, я использую обратную сторону для каких-то тренировочных работ, там, для мастер-классов, там, еще для чего-нибудь. Ну, в общем, в таких технических целях. Вот. И что у меня тут получилось на обратной стороне? Что меня прям сразу удивило и поразило до глубины души, это вот, вот это. Да, вот видите, вот это. Ну, вот слава богу, что это обратная сторона. Она так вот идет по всему листу. Вот они, эти полосы классные такие, замечательно видные полосы. Вот они здесь, вот они, вот они, вот они. В общем и целом это идет поперек через весь лист. Вот такой вот сюрприз. Ну, слава богу, что это на обратной стороне, а не на лицевой, хотя на лицевой тоже здесь есть немножечко, да, вот такие неожиданные полоски проявились. Вот, ну да бог с ними, с этими полосками. Вот для такой работы какой-то, ну, для тренировки что-нибудь там почиркать, помазюкать, в общем-то, и нормально. Ну, я, скорее всего, больше не буду ничего рисовать на обратной стороне. И буду следить, конечно, за тем, что эта сторона изнаночная, да, то есть там видно хорошо, когда пропечатано название бумаги, и если оно читается нормально, то это лицевая сторона, да, если... Я всегда помечаю, когда режу большой лист, я всегда помечаю обратную сторону. Ну, вот факт тот, что больше не буду рисовать на обратной стороне что-то нормальное, только для вот каких-то почеркушек. Вот. Ну, конечно, можно и на любой бумаге найти такие сюрпризы, и на Арше, и на еще на каком-то, и на Сандерсе, то есть на таких, на классической бумаге. Вот. Ну, вот такой вот опыт и такие вот выводы я для него сделала. В принципе, конечно, я ее изрисую, но только на лицевой стороне. Вот. Такая вот ерунда.